Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Сьогодні в Україні відзначається День працівників телебачення, радіо та зв'язку. Історія свята розпочалася 16 листопада 1924 року, коли у Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. Відтоді журналісти та працівники сфери радіо відзначали цей день як професійне свято. Ну, а згодом до них долучилися телевізійники, представники інтернет-ЗМІ. Сьогодні у цей день ми будемо говорити про розвиток радіо, про його сучасні проблеми. І допоможе нам у цьому тренер дикторів радіо та телебачення, співзасновник власного радіо Артем Пономаренко. Я вас вітаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, які ж проблеми сьогодні існують у світі радіо, у світі телебачення? Будь ласка. Наверное, самая большая проблема – это конкуренция интернет. Социальные сети сегодня провоцируют аудиторию становиться создателями контента. И контент в сети появляется самый разнообразный. Он владеет вниманием зрителей, и зрителям просто не до радио. Возможно, уже это почувствовали на себе и телеканалы. То есть конкуренция достаточно высока, и это будет продолжаться до тех пор, пока телеканалы, некоторые уже меняют стратегию своего развития, и радиостанции не изменят свои отношения со своей аудиторией, со своими зрителями и слушателями. Яка саме має бути ось ця інструкція, якщо вона існує, до виправлення? Що мають робити радіостанції, радіоведучі, власники радіо, аби цю ситуацію виправити та змінити? Самая большая проблема – это люди. И в первую очередь есть люди, которые являются руководителями радиостанции или собственниками радиостанции. Они не понимают веяния времени, они не чувствуют, что происходит сейчас на рынке, не знают, какие потребности испытывает их аудитория, и получается, что они отстали на 10-20 лет. И это отставание они не пытаются исправить, а наоборот пытаются обвинить кризис, что-то еще, вот какие-то внешние факторы в их неудаче и неуспехе, в том, что появился интернет, вот у нас такая конкуренция, что теперь делать, мы не знаем, это первое. Они действительно не в состоянии признать своей несостоятельности и начать что-то предпринимать. То есть алкоголика невозможно вылечить от алкоголизма, пока он не признает, что он алкоголик. Такая же история и со средствами массовой информации. Это первое. Второе. Огромное количество людей, которые приходят работать в эфире, это дикторы, это ведущие, не понимают, для чего они туда приходят. Они приходят для того, чтобы взять, а приходить в эфир нужно для того, чтобы давать. То есть я пришел на радио, чтобы меня сделали звездой, я пришел на радио, чтобы меня показали или чтобы обо мне заговорили. Но что нужно аудитории? Как это давать? Как сделать так, чтобы аудитория приходила все больше и больше? Есть одна большая надежда, я вам хочу сказать, что сейчас все зрители и слушатели настолько заняты, что не всегда они могут воспринимать визуальный контент. Для того, чтобы смотреть видео, нужно сесть и смотреть, тратить свое время. И на помощь может прийти аудиоконтент. То есть человек, работая или занимаясь какими-то повседневными делами, может включить ту радиостанцию, которая нравится, и получать полезный контент или развлекательный контент в удобном формате. Так вот, это уникальная возможность, которая сегодня сложилась на рынке. Ее нужно использовать, но использовать некому, потому что пока немногие ее видят. Бачать небагато хто, але все ж таки є той відсоток радіостанцій, які працюють на свого слухача, або все ж таки у нас зараз така ситуація сумна і таких радіостанцій немає. Угу. Ну, я думаю, що вони появляться, або ж пропадуть зовсім. Тому що це як от закон джунглі, виживає сильніший. Ми пробували створити радіостанцію, у нас це не вийшло. От розкажіть, будь ласка, я так анонсувала на початку, що ви співзасновник власного радіо. Як це було? Як ви до цього прийшли? Таку свою невеличку власну історію. Чому ви вирішили, що є необхідність у створенні радіо? У чому була ваша особливість і чому це все ж таки не вдалося? Є інтересна аудиторія, сучасна аудиторія у нас в країні, яка розвивається швидше всіх. Це айтішники. І ми хотіли створити радіостанцію виключно для IT. И нам необходимо было держать марку, то есть выглядеть на все 100, говорить и вещать на все 100, подбирать темы, выбирать гостей, которые будут действительно не просто интересны, полезны нашей аудитории. И мы столкнулись с проблемой, как раз таки, о которой я говорил. Дикторы, которые приходили работать в эфир, не всегда понимали, о чем идет речь в эфире.
когда приходил собственник компании, а диктор не являлся никогда предпринимателем, не знает, какие бизнес-процессы происходят внутри компании, он не знал, о чем говорить с этим экспертом, он не знал, какие он проблемы испытывает. И иногда в эфире были такие казусы, когда мы приезжали на какую-то IT-крутую бизнес-конференцию, и диктор, которая проработала огромное количество времени на другой радиостанции, в эфире спрашивает эксперта, который является директором одного из подразделений крупной IT-компании международной: вы сюда пришли за компанию друга поддержать? Вот такой вопрос звучит в эфире, и мы с совладельцем, сооснователем, с партнером в машине, слушая этот эфир, чуть не врезались, потому что это был настолько неуместный вопрос. И его можно было спрашивать про те проблемы, которые он испытывает, про проблему нехватки кадров, про то, как сейчас многие крупные IT-компании ищут людей молодых, обучают их бесплатно для того, чтобы давать им рабочие места полноценные и платить им хорошую зарплату. Не хватает экспертов и специалистов. Об этом можно было говорить, но она не в теме. Она спросила, как погода. И в этом большая проблема. Подготовить человека, который будет сидеть в эфире и задавать вопросы, ответы на которые будут интересны слушателю и будут давать практическую пользу, в этом большая проблема. А вы сами выходили в эфир, как ведущий? Большинство количества раз, потому что первые эфиры приходилось брать полностью на себя, и когда приезжали гости, у меня был такой курьезный случай, к нам приехал директор департамента развития отдела энергетики крупной международной IT-компании, он приехал из Далласа. Он приходит в эфир, у меня заготовлены вопросы, мы будем говорить про энергетику, про Тесла, про батареи, альтернативные источники энергии, все я приготовил. Мы знакомимся, открытый классный мужчина, и он в двух словах объясняет мне, чем он занимается. Они разрабатывают программное обеспечение для больших энергокомпаний, для энергосетей международных компаний, для компаний, которые добывают энергоресурсы. Я беру вот так все свои вопросы, выбрасываю и говорю: так, давайте так, вот у нас есть 20 минут, просто расскажите все, что знаете сейчас, все полезно. Мы посмеялись, и потом пошел диалог. Приходилось выходить в эфиры, но это был не лучший способ, потому что если я занимаюсь, допустим, административными вопросами, организацией эфиров, созданием программ, организацией сетки вещания, то это работает. Как только я выхожу в эфир, все остальное, чем я занимался, работать перестает. Ну от ми розуміємо, що людина, яка має бути радіоведучою, яка до цього йде, у неї є мета працювати на радіо, вона має віддавати, а не брати. А що ще, якою має бути ця людина, з якими вона буде стикатися складнощами, як з цими складнощами їй впоратися? Тому що зачасту радіоведучі працюють у прямому ефірі, це дуже складно. Да. І в эту очередь, вернее, в этот момент, в самую последнюю очередь, нужно думать о себе. О том, как я выгляжу, о том, что я говорю, насколько я сейчас красиво это делаю, какой у меня голос, интонация, дикция и так далее. Фокусироваться необходимо на зрителе, на том, какую пользу он получает. Всегда этот вопрос необходимо задавать. Это очень сложно, снять с себя внимание, превратиться в ничто, условно говоря, и прийти и служить тем слушателям, для которых мы создаем контент. Это первое. Второе, он должен быть любознательным. Если к нему в гости идет человек, нужно узнать, чем он занимается, насколько давно, почему он этим занимается, какие проблемы его беспокоят больше всего, как это влияет на его жизнь, на жизнь той среды, в которой он работает, или той сферы. Массу вопросов нужно быть максимально вот пустым, чтобы впитывать в себя. Не нужно делать вид, что я все знаю. Наоборот, нужно постоянно доказывать себе, что я ничего, вот пустышка ноль, ничего не понимаю, хочу узнать. Вот это желание развивать себе нужно катастрофически, вот важно. И если это получается, то ты крутой. То есть вот такой парадокс. Если ты можешь позволить себе роскошь чувствовать себя ничем, признать, что ты ноль, пустышка, и идти любознательно погружаться в вопрос гостя, который к тебе придет, тогда эфир получается полезным. Тогда получается озвучить такие вопросы, ответив на которые пользователь, зритель скажет: вау, как классно, я хочу остаться с этой радиостанцией, потому что мне здесь дают практическую пользу, которую я могу применять в жизни, и это изменит мою жизнь в лучшую сторону. Захопливо дуже розповідаєте. А як у такому разі діяти от власникам радіостанцій, які беруть на роботу людей, що не мають там досвіду, не мають уявлення, як працювати, але вони хочуть? І от як розпізнати ту людину, яка дійсно зможе працювати в ефірі, зможе ось так от як губка в себе впитувати, а як розпізнати ту, що прийшла показати себе слухачам і взяти, а не віддати?
Дело в том, что сегодня существует дефицит кадров. И на работу берут всех. Ты умеешь говорить? Ой, как хорошо, у нас тут ведущий уволился, потому что у него очень маленькая зарплата, а ты как раз новичок, ничего не умеешь, ты садись, мы тебе научимся кнопочки нажимать, читать текст в микрофон, и все, слава богу, у нас эфир кое-как будет держаться, реклама будет выходить, спонсор будет платить деньги, и мы будем в эфире. Нет, нужно обязательно, чтобы процесс приема на работу был, ну, как кастинг. Это должен быть реально вот борьба за это место. Причем борьба не просто я вот все сделаю, а с заданиями это должно быть обучение. И это обучение не должно прекращаться никогда. То есть HR радиостанции или телеканала должен постоянно следить за тем, чтобы дикторы, люди, которые отвечают за контент, чтобы они постоянно обучались и повышали свое мастерство. От этого зависит бизнес этот. Потому что каждый человек, кто сидит около микрофона или работает в кадре, это лицо этой компании. И от этого человека, от его понимания, от его образования, но я не имею в виду высшего, второго или пятого, я имею в виду образованности, зависит качество контента, зависит то, как будут смотреть люди и будут ли они вообще смотреть. Поэтому нужно постоянно обучать, постоянно проводить тренинги, постоянно проводить какие-то мастер-классы внутри команды, постоянно делать отсев какой-то, отбор, смотреть за тем, как человек развивается, как он мыслит, какое у него мышление. Посвятите этому время. Пусть это, на это уйдет год, два, три, но тогда у этой радіостанції или телекомпанії не буде конкурентів, тому що остальные цього не роблять. Хочу повернутися до вашого досвіду з створенням власної радіостанції. Скажіть, будь ласка, от, наприклад, уявімо, так моделюємо ситуацію. Я людина, яка вирішила теж створити щось своє. У мене є крута ідея для радіо. Я хочу там теж зробити якийсь вузьконаправлений такий контент для своєї аудиторії. Що мені робити, куди мені йти, з чого починати? Сьогодні інтернет-ресурси предоставляють можливість создавати такие пилотные версии проекта без вложений. Мы работали полгода без бюджета абсолютно. Представьте себе ситуацию, команда из 15 человек. У нас было, нам бесплатно предоставили помещение. У нас был минимум оборудования для того, чтобы выходить в эфиры. Да, было разработано приложение, был интернет, сайт, на котором мы вещали, был эфир. У нас были договоренности об авторских правах и так далее, но вся команда работала бесплатно. Полгода. Что нужно сделать? Это была такая идея. Безусловно. Мы видели, когда мы нас аккредитовали на веб-саммит в Лиссабоне, это одно из самых крутейших IT-событий мира. И организаторы этого саммита говорят, а, да, пожалуйста, вы хотите приехать и брать интервью у наших экспертов, а там эксперты, ну просто, это топы мира, мы можем брать у них интервью и вести оттуда эфиры. И нас аккредитовали, приезжайте. Вся команда горела очень сильно. Когда мы приезжали на любую конференцию в Украине, и мы могли вести оттуда эфиры и брать интервью у тех экспертов, которые выступают там, это было невероятно круто. Проблема заключается в том, что нужно рассчитывать ресурс, чего мы не сделали. Абсолютно не рассчитали свои силы. И когда наступил момент, когда нужно было уже платить за аренду, за выход на новый уровень, нужны какие-то бюджеты, мы поняли, что бюджетов у нас нет, а входящий бюджет, входящего потока мы не смогли создать. В итоге команда получила колоссальный опыт, ребята пошли работать на другие радиостанции, кто-то поменял место жительства, уехал, сменил вид деятельности, но продолжают использовать тот опыт, который они получили, и мы получили опыт, но было потрачено очень много времени. Поэтому в первую очередь нужно обратить внимание на бюджет. Команда, ресурсы, которыми вы будете обладать, и как вы будете это монетизировать, как вы будете зарабатывать. Якщо з вашої особистої точки зору, що чекає на українське радіо в майбутньому? Буквально сейчас читал пост, есть такая интересная компания, Banda Agency, они делают рекламу для крупнейших компаний Украины. И пост о том, что Украина – это невероятно потенциальная страна, в которой еще не паханное поле нереализованных идей. Поэтому идут креативные, молодые, интересные и целеустремленные люди, которые хотят изменить формат, хотят поменять правила игры. Старое поколение, как бы это ни было грустно, оно отмирает вот по простым причинам выживания. Нет зрителя, нет спонсоров, нет оплаты, закрывается проект, закрываются радиостанции. Все будет меняться, будет интеграция. И я уверен, что появятся сначала какие-то такие простые радиостанции, которые будут начального уровня, но потом они будут приобретать все большую популярность. Почему? Потому что люди хотят тоже меняться. Они хотят получать знания в
потоке, вот в формате онлайн. Я еду на работу в машине, я хочу включить ту радиостанцию, которая мне нравится. Я ее включаю, я слушаю, получаю знания. Я готовлю дома еду, пока у меня есть возможность вот, получить эту информацию, я хочу включить это радио и хочу слушать. Многие меняются, многие развиваются, и информации качественно не хватает. Поэтому сейчас есть возможность, чтобы молодые компании, молодые люди, молодые ребята создавали свои проекты и выводили их на рынок. Ничего не могу сказать про старые компании. Они держатся по-прежнему за какие-то свои старые форматы общения с аудиторией. Это не работает. И мы это видим. Не держитесь. Если вы собственник, вам 63 года, вы ничего не понимаете, вы пытаетесь как-то у руля этой компании что-то там менять, забудьте, поставьте молодого управляющего, поставьте молодую команду, дайте цели, задачи, ценности, доверьтесь им, пусть они сделают это. У вас есть ресурс, соберите людей, которым это будет интересно, которые будут гореть. За полгода вы увидите результат. Хочу повернутися до теми радіоведучих. Ми розуміємо, що людина, яка ще з початку своєї кар'єри мріє працювати радіоведучим, якщо це ще навіть підліток якийсь, він розуміє, що треба вступати, наприклад, на факультет журналістики, це така творча професія, але коли людина на практиці вже стикається, вона розуміє, що це не про творчість, що це велика робота і тут про творчість мало насправді йдеться. От яку можна дати таку настанову тим, хто у майбутньому мріє пов'язати своє життя з радіо, бути радіоведучим. Якщо посмотреть на життя Рокфеллера, то вряд ли можна сказати, що він творчий чоловік. Хоча стільки інтересних проєктів з'явилось на світ благодаря йому. Кожне діло – це творчество, це створення чогось нового. Творчество не значить піти плясати. Творчество – це створення чогось нового. А любой проект, будь то радиостанция или телеканал, это массу процессов, которые приходится делать заново. Этого никогда никто не делал. Это постоянные челленджи, это постоянное творчество. Просто люди неправильно воспринимают роль свою. Вот нельзя, плох тот солдат, который не мечтает быть офицером. И если вы хотите быть диктором классным, супер, вообще крутым, известным на весь мир и получать кайф от работы в эфире. Вы приходите в 6 утра, садитесь в студию, одеваете наушники, ставите классную музыку, и уже ваша аудитория многомиллионная слушает вас и пишет вам сообщение. Начните с того, чтобы, вот пока вам 14 лет, представьте себя собственником этой радиостанции, на которой вы работаете. Сразу же посмотрите на мир глазами собственника. Мне очень нравятся блогеры. Они сами себе и дикторы, они сами себе и редакторы, и сами себе монтажники, и собственники своего проекта. Очень круто получается, потому что они смотрят на мир глазами собственника этого проекта, и они стараются понять, что нужно аудитории. Думайте, вот смотрите на вещи под таким углом, и у вас будет все очень круто. Тобто, якщо ми зараз зробимо висновок нашої прес-конференції, ми можемо сказати, що майбутнє українського радіо є, і воно дійсно цікаве, воно дійсно масштабне, але для цього потрібно на все подивитися під новим кутом. Да. Що ж, будемо сподіватися, що дійсно це так і станеться, і нас у майбутньому чекає велика кількість нових цікавих радіостанцій, які ми будемо всі з задоволенням слухати. Сьогодні я вам дуже вдячна за нашу прес-конференцію. До нас завітав тренер дикторів радіо та телебачення, співзасновник власного радіо Артем Пономаренко. Говорили з ним про розвиток радіо в Україні, яким мають бути радіоведучі, яким мають бути радіовласники. Ну, а я вітаю всіх працівників радіо, телебачення та зв'язку з професійним святом. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!